Добрый день, мои уважаемые дорогие подписчики! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня уже нашумевшие все последние два каталога пакеты сюрпризы. Видимо, люди стали их брать, и они стали их активнее предлагать. Я помню, вообще почему-то на них внимания не обращала. А как-то они редко бывали, не так их рекламировали. Может, не знаю, почему я не пропускала, может, боялась. А в последнее время на Ютубе девчонки много стали показывать. И очень много выгодных стало пакетов. Ну, конечно, не у всех. Очень много повторяется и ложат всякую ерунду. Ну, рискнула еще раз выписать. Я в таком шоке, девочки, пребываю. Хотела это вместе показать с заказом. Но, думаю, не стоит. Для меня вообще шок. Я как бы, ну, Эйвен всегда меня как бы сильно не подводил. Очень редко. Вот в прошлый раз только не положили мне эликсир, потому что я в последнюю очередь всегда делаю заказы. Не могу собрать заказ, не хватает заказчиков, или оплатить там бывает где-то нечем. Я из коробки их когда вытаскивала, мне показалось, вроде как запаянный. Я еще такая, знаете, у меня была с ножничками, притащила ножнички. И такая положила вот сюда на диванчик. Я сейчас такая беру вам снимать-то, камеру настраиваю. А у меня пакет как не запечатан. Девочки, я вообще в шоке. Вот смотрите, тут даже как бы получается, что пропечатка не очень, или была она. Но если когда сильно пропечатают, то его видно. То ли это специально так было сделано, что пытались пропечатать, не пропечатали. То ли кто-то вскрыл, ну короче, вот такая вот фигня. Теперь у меня пакеты еще будут в обиходе, как бы. Они даже, представляете, даже вот они даже не порвутся, если бы сильно печатали конкретно. Я не знаю, это что вообще за фокусы. Это в любом месте могли вскрыть, поменять, с разных пакетов другие положить. Я вообще в шоке. Буду сегодня жаловаться, конечно. Ну, покажу, что там пришло. Я, честно говоря, даже еще не видела, потому что только сейчас это обнаружила. Так, ну, слава тебе, Господи, не сильно уж плохая вода. Ой, плохая. Это если даже мне кто-то что-то тут попутал. Парфюмером дезодорант спрей. Ну, это, конечно, не духи. Это как бы идет типа как бы водичка, я так думаю. Сейчас распечатаю аккуратненько ножничками, раз уж вооружилась. Девочки, говорю, может быть невнятно, не обижайтесь, переспрашивайте. Я сегодня опять сделала импланты, вот взяла выходной, сейчас буду без выходных вообще работать. Сезон некому меня подменять, придется терпеть. Ну, я, конечно, там не перерабатываюсь, у меня отдел такой не сильно проходной, но то, что без выходных, плохо. Ну, это типа духов, только парфюмированный спрей, он просто держится чуть послабее. Ну, в принципе, может, кто-то и купит на продажу, как бы будет неплохое оформление, конечно, не очень мне вот такое нравится. Ну, думаю, более-менее все равно. Так, вот такой шампунь «Зимняя забота», вообще фигня. Его сейчас со скидкой можно купить вообще за копейки. Он еще и тут и бежит, девочки. Он, видите, сочится. Вот. Он постоянно идет в распродажах. Большой что-то вообще за копейки сущие. Так, опять положили стик. Теперь буду вся в стиках. Ну, хорошо, что сейчас посмотрим, какого года девчонки показывали. Ну, слава богу, что 17-го года. 12-го, 05-го, 17-го, что еще как бы можно будет им пользоваться. Он, в принципе, летом быстро тратится. Сейчас, конечно, он не нужен. Но я думаю, не испортится. Может, в холодильник его брать. Все уже знаете. Если кто не знает, это стик от натирания. Многие его не хвалят. Мне он очень нравится. Но просто он очень маленький и очень дорого стоит. Так вот, как бы в наборе еще как бы можно брать. Дочь вообще моя не в восторге, но я вот попробовала, мне нравится. Можно на колготок натирать, на пятку, на носочки. Вот у меня сапоги новые, вроде уже разношены немножко. Сейчас полежали, опять вот начинают на пальчиках где-то мозоли натирать. Вот нужно намазывать, и будет все равно получше эффект. Не сказать, что супер-пупер, но более-менее. Так, он так-то, конечно, дорого стоит. Опять Viva La Vita. Хоть бы уж разные ложили. Пробник. Ну, духи, так сказать, средние. Ну, вот так вот брызгаться за все с собой, чтобы большой бутылек не таскать, пригодится, конечно. Может продать кому-то, не знаю, что же у меня второй. О, ну вот это хоть неплохая вещь. Я только не знаю, что это. По-моему, это что-то... Что-то брякает. Это, по-моему, или румяна, или что-то. Но это глов, это как бы идет от загара. Губная помада, девочки. Ох, наконец-то. Губная помада, леди. Ну ладно, я давно хотела такую помаду. Не знаю только, какой она. Этот цвет не буду пока открывать, потому что, может, вдруг у меня кто-нибудь ее купит. Надо будет посмотреть цвет. Если что, потом на фотке покажу, если вам открою. Может быть, во втором попадется такая же. Тогда одну вскрою.
Так, и еще что-то. Опять, наверное, этот стрессбери нам положили, потому что, смотрю, у всех эти стрессбери. Ну да, помада маркер. Ага, как же без нее? Так, цвет не вижу. Нет, девочки, цвет другой, ультраколор. Ну, хоть цвет. Нет, стрессбери тоже. Да, что делать с этой помадой? Такой цвет, я вообще не знаю. Ну, себе, конечно, оставила, но буду навяливать клиентам. Хоть не знаю, поскольку по 100 рублей хоть что ли продавать. Посчитать надо, сколько вот средств эти приходится. Так, и лак. Я вот лак. Сижу, снимаю вам, мои дорогие. У меня вместо карты памяти кончилось. А я тут уже еще второй. Рано в расстроенных чувствах второй вам показала. Второй у меня попался, точно такой же. Так, ну и вот такой лак. На лаке мы остановились. Ну, тот у меня был просто такого цвета, даже чуть-чуть побледнее. И без блесток. Этот как бы с блестками, типа финиш. Тот был у меня биби, там как бы укрепляющий, там что-то. Короче, несколько в одном. Знаете, биби-средство это несколько в одном, когда средств мелко написано, я не подготовилась. Девочки, потом уж подпишу, если будет настроение. Лак для ногтей гель-эффект. Создает яркое глянцевое покрытие. Ну, можно вот на раз тем, на второй раз этим, или просто отдельно этим, а я отдельно тем пользоваться. Буду комбинировать. Ну, вот так вот. Такое вот получилось. У меня, значит, вот 5 средств, девочки. Ну и второй пакет, я уже его вскрыла, потому что вам уже тут показала и рассказала. На камеру-то не смотрю в расстроенных чувствах. Тоже так же был не запечатан толком. Как бы, вот видите, даже вот эти места целые. Пошел шу, девчонки. Что, и тут дырка, может кто-то что-то смотрел, не знаю. Ну, хотя, если бы кто-то что-то менял, они бы хотя бы были разные, девчонки. А так, все одно и то же. Опять шампунь «Зимняя забота». Неплохой шампунь, конечно, но, видите, я уже даже порисовала помаду, которую первый раз не открыла. Показала вам, типа, сижу вам, показываю, как помада, как что. У меня тут места нету на карте памяти. Перестроила на телефон. Опять стик от натирания. Опять такой же лак, финиш с блестками тоже. Мне красный такой попадался. Вот такого цвета чуть побледнее бежевый попадался без блесток, а красный был с блестками. Так я его еще никуда и не пристроила. Тут тоже, по-моему, блесток-то ни о чем. Ну нет, блестит что-то, девочки. Так, ну и он идет как бы, этот лак идет как финиш, типа, видите, финиш написано. А тот идет как биби, там, видимо, укреплять еще что-то. Духи Viva La Vita опять 10 мл. Ну, средненький пойдет, одним уже дочь, одни себе. Продавать не буду, по дешевке жалко духи продавать. Помада, конечно же, опять программа дня, гвоздь дня, помада стрессбери. Они, видимо, из этой помады стрессбери, я так и думаю, устроили эти пакеты сюрпризы. Ну и вот распечатала я вот эту вот. В тот раз я вам не стала распечатывать, может, думаю, кому-то продам. Но хотя такой цвет меня любит только доча, ну я, может, помажусь. Вот такой, девочки, цвет, сейчас еще вам открою разок. Вот. Главное, как интересно, девочки, она там внутри что-то прыгает. И вот это место, когда вот так вот вытаскиваешь, оно как-то прям шевелится, как она сломанная. Но вроде целая. А вот до конца надо защелкивать. То я первый раз до конца не открыла. Тут у меня чуть-чуть смазалось. Ну, короче, придется одну точно оставлять. Либо себе, либо дочи. Что-то первый раз открыла, и она у меня не закрывалась. Вот это место глючит, видимо. Может, поэтому их и не берут. Вот. Вообще, эта серия идет, она как бы эффект загара или что-то, я считала. Смотрела Avon Glow, у меня такие румяна есть, и такая пудра, как она с эффектом загара идет. Может, это и помада такая, как для загорелого тела, не знаю. Но я вообще прочитала, что просто эта помада написана. А где прочитала, уже не вижу. А, на этикетке, девочки, прочитала такая. Маша Забываша. Так, губная помада леди. Ни цвет, ничего не пишется, вот леди. Так что надо почитать будет в каталоге. Но дочь у меня точно вот такую любит помадку. Сейчас еще подкрашу, потому что уже маленько тут подстерлась. Вам, чтобы получше было видно. Ну, вот такой цвет. Сейчас многие такой любят. Цвет такой приятный. Но он даже немножко, даже ярковатый, не совсем бледный. На зиму очень пойдет. Ну, вот единственный плюс, что вот эта помада хоть новенькая. Ну, вот это можно как бы продать. Хотя, конечно, такой бутылек не каждому понравится. Ну, в общем, так скажем, на троечку. Надо было один, конечно, заказывать. Стики вот эти проваляются теперь. Ну, слава богу, 17-й год. Девчонки вот показывали года. Я что-то на это не обращаю внимания, что еще летом пригодится. Он, конечно, не супер-пупер, но помогает. Так, шампунь 16-го года. Надо уже использовать быстренько. Ну, шампуни как-то у меня девчонки забирают быстро. Духа, в принципе, ничего и не будет. Я у них даже и не смотрю. Срок годности тоже 16-й год. Вот лаки, когда старые, это плохо, говорят девочки. 16-й год. У кого-то я даже видела 15-й.
что они же будут, они как бы сохнут, даже если внутри. Ну, в общем, вот так, мои дорогие. Такой у меня чудо, два чудо-сюрприза. Вернее, шок. Расклеенные пакеты. Еще немножечко, раз уж такой, а тут маленький такой обзорчик получился, покажу, что. Расскажу про эту помаду. Не знаю, многие как-то, многие хвалят ее, кто-то не хвалит. Мне вообще как бы она не понравилась. Ну, не знаю, кому-то может нравиться. Вот она вот так вот рисует, как водичка, понимаете, на губах. Она не оставляет вообще никакого следа. Вот, кстати, на здесь она очень долго держится на руке. А на губах она все равно смывается, практически так же быстро стирается. Хоть я и сверху ее чем-то. Ну, вот сверху намажешь, как будто губы, знаете, как бывает варенье черничное, когда поел или что-то такое, там, или черемуху, и губы вот таким вот цветом делаются. Вот такое впечатление, что ты как будто чем-то губы намазюкала. Сверху я еще другой помадой или блеском мажу, тогда еще как-то более-менее видно. Получается, не знаю уж, какой восторг от этого, все маркеры находят. Если бы он действительно не стирался, я понимаю, тем более еще такая цена. Как бы еще в пакете сюрпризы еще ладно, а вот если выписывать, я все хотела выписать, хорошо, что не выписала. Потому что многие говорили, кому-то вот это нравится, что наоборот, что губы типа как естественные, ничем не намазанные. Мне как бы нравится, когда губки блестят, ну раз уж ты их красишь, как-то они должны выглядеть по-интересному. Смысл тогда вообще их красить. Ну, только что бледные не было, не знаю, уж я такая непонимающая. И вот в прошлый раз, это вот я была, очень у меня один был удачный пакет-сюрприз в прошлый раз. Девочки, это пакеты-сюрпризы с 13-го каталога. А то, может быть, не сказала, как всегда. Ну, я там еще подпишу. И вот это средство для снятия суперустойчивого макияжа, девочки, мне очень понравилось. Оно, видимо, жирненькое, с маслом, с каким-то состав. Вот я тут не видела. Если их увижу, потом через лупу вам, может, там видео подпишу или в инфобоксе. Да, видите, вот тут прям блестит такое масло. Вот видите, сверху даже. В общем, его вообще оно очень мало расходуется. Я первый раз дуру много налинула, как бы, и даже края беленькие остались на ватном диске. Я вот даже ногти помазали. И оно очень питательное. Вот у меня сейчас, я заметила, стала сухость на верхних веках и внизу под глазками, кое-где стали появляться морщинки. Вообще проблем раньше не было. И вот сейчас я стала крем вокруг глаз усердно пользоваться. Я как бы пользуюсь уже, но не сильно давно, как бы у меня не было вообще проблем с кожей. Но начала кремами другими пользоваться, где-то пудра, где-то что-то. У меня, как всегда, опять пошла аллергия. Пошли угри внизу, и вот здесь мелкая сыпь. Поэтому не стала, не буду больше ничем. Опять только вокруг глаз и всякими травками. Никак мне крема не идут. Вот, очень хорошо смывает и вот увлажняет заодно, как бы вообще классное средство. Ну, конечно, дороговато, но по акциям можно брать. И его очень чуть-чуть надо. Вот один диск я намачиваю, и одним диском оба глаза протираю, а потом чистым диском. И после него не хочется умываться. А вот это средство я тоже покупала, что-то акции были, проверить решила, потому что бывает тушь иногда не можешь смыть. И как бы, ну, вот плохо бывает. Или вечером уже вот засыпаешь, раз быстренько пошел, глаза смыл. Как-то я вечером сразу не умываюсь. Бывает иногда. Душ утром принимаю обычно. Вот. И пролежу, и думаю, вот глаза забуду смыть, что-нибудь лежу. Еще тем более, что у меня линзы там. Линзы сниму, приду быстро, глаза не умываю, и вот надо умывать. Ну вот, а вот это средство кремовое. Оно немножко, если попадает в глаза, немножко щипит, и что-то там мешается. Кажется, после него какой-то остается небольшой дискомфорт. Хотя тоже, в принципе, неплохо, и оно более экономичное, его надолго хватает. Но оно так вот не увлажняет. Ну, как бы, если бы оно намного дешевле, то можно, конечно, попробовать. Не скажу, что совсем плохое. Но, как бы, я вот, ну, выписала и больше как-то думаю, и стоит, не стоит. Вот стоит оно у меня, стоит, и я как-то вот лень мне им даже мазать. А этим я вот прям, девочки, с удовольствием пользуюсь. Очень оно мне нравится. Хотя тут всего 50 мл, но оно очень экономичное. Вот хочу прям заметить, на сколько раз мне его хватит. Не знаю, вот уже забыла, сколько я использовала. Ну, вот так, девочки. Жду ваших пакетов сюрпризов. Пока-пока. До новых встреч. Ваша Жанна.